наверное, это разговор о том, что через год или через полтора года, как пойдет строительство, будет открыт новый зал в Витебске, в котором будет открыт центр подготовки фигуристов Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Это основная цель того, что мы сегодня всех собрали, сообщить всем об этом. Расскажите о тех специалистах. Мы приступаем к тому, что подбираем команду, которая будет здесь на профессиональной основе работать. Это будут специалисты, не просто набранные со двора, а специалисты, которые имеют дипломы, которые уже занимались со спортсменами. Поэтому мы надеемся на серьезные отношения в Витебске не только со стороны родителей, которые приведут нас своих детей, но и со своей стороны, как с обучающей стороны. Спортивные соревнования, которые проходят в апреле в Витебске, уже мы вот уже 2 года были, а это, наверное, уже 3 года проходит, да. А мы, конечно, видим результаты, видим, как дети растут, они растут, как говорится, потому что они должны расти, но они растут в своем мастерстве, и это очень приятно наблюдать, это видеть этот рост. Мы, конечно, хотим участвовать.